На дырку для пива, короче. Туда можно либо стакан 0,5 засунуть, либо литр. Если еще побольше раз свинуть. Вот что я вчера ей предложил. Ей понравилось. Она согласилась. Нет. Ей понравилась идея про аппарат для лысого. Аппарат для лысого? Аппарат для лысого для пива в жопу? Да. Ладно, оставлю. Не пиво в жопу, а кружку в жопу. Анальная. Пивная кружка же такая. Ну, примерно. А литровая вот такая. Все это нахуй побрелся. Какое травище будет можно?